Жизнь – штука непредсказуемая, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. И на любой вопрос можно найти ответ. Здравствуйте, это программа «Жили-были». И вот о чем расскажем сегодня. Справа Иванова, а слева Петровым. Так было еще недавно. На улице решила прописаться вышка сотовой связи. Жители СНТ «Железнодорожник» прикладывают все усилия, чтобы выжить нового соседа. Надежда отметить новоселье в собственной квартире снова появилась. Благодаря региональной субсидии одним долгостроем в Ростове станет меньше. К холодам регион подготовился основательно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Кто-то на своем садовом участке выращивает виноград, кто-то разводит пчел, а кто-то строит вышку сотовой связи. Против такого соседства выступили жители СНТ «Железнодорожник». Собрали подписи и отправляют письма во все инстанции. Строительство вышки сотовой связи уже началось. Залит фундамент, а разрешение и документы на строительство будущие соседи пока так и не видели. Встречаться лично с недовольными соседями владелец участка тоже отказывается. Они просто заказывали проект в частной компании, которая находится в городе Ставрополь, которые эксперты сюда не выезжали, они даже не знают, на каком участке и какие тут вообще технические характеристики этого участка. Они просто выдали по данным, которым предоставил заказчик, выдали просто на этот проект и прошли экспертизу. А кто учитывал геологию? Потому что здесь получается склон. Я 100% уверен, что те, кто выдавал так называемое разрешение в Ставрополе, никто не учитывал вот этот склон. Потому что если сейчас поставят вышку, то под прямым лучом попадают все вышестоящие здания. Предоставить документы и разрешение на строительство рабочие не могут. Где найти хозяина, не знают. Да и садоводами общаются неохотно. Ведь у тех претензии и к строителям. Приезжают, когда людей нету, вот рабочее время, среди белого дня приехали. И здесь, вот, посмотрите, что сделали. Из дороги, которую мы заливали, засыпали, здесь расстояние 5 метров, они искурочили, теперь машины заезжают и жмутся к соседнему участку. Это строительство незаконно, настаивают собственники соседних участков, аргументируя нецелевым использованием земли. В выписке из ЕГРН сказано, это земли населенных пунктов и предназначены для эксплуатации в качестве садового участка. А строительство вышки не подходит для земель данной категории. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, где сказано ведение садоводства, и на нем перечислено все, что можно строить. То есть садовый дом, жилой дом, гараж. Потом, что еще? Подсобные помещения. Ну и выращивание там сельхозкультур, там винограда, яблок и так далее. Но ни о какой вышке тут разговора нет. Тесное соседство будущей вышки с газовой трубой тоже беспокоит садоводов. Может быть все. Эта вышка может завалиться, она может упасть, и будет газовая труба туда упадет, и сюда она упадет. Электроснабжение садовых участков. Мы совершенно против, категорически, что бы там ни писали, что бы там ни говорили, что это не вредно или что-нибудь. Мы против. Подписи собрали, письма в прокуратуру, департамент архитектуры и градостроительства, Роспотребнадзор подготовили. Соседи, если их действительно не устраивает возведение вышки, они считают, что это происходит в нарушение норм закона, то они вправе те компетентные органы, которые выдавали соответствующие разрешения, обратиться, получить всю информацию и потом в судебном порядке отставить свои права и интересы. Местные жители уже готовят иск о сносе самовольно возведенной постройки. Мы как граждане, как физические лица, конечно, хотели бы и имеем право жить в комфортной среде, не рядом с вышкой сотовой связи. И основная задача суда – установить, возведено ли такое строение в нарушение норм или нормы не нарушены, это первое. И второе, собственно говоря, возводится ли на это строение в рамках того зонирования, которое предусмотрено градостроительным кодексом. Как показывает судебная практика, в последние десятилетия Верховный суд активно становится на сторону соседей таких самовольно возведенных построек. «220 квартир так и остались недостроенными после того, как в 2016 году застройщик объявил себя банкротом. И вот у ростовчан снова появилась надежда отпраздновать новоселье. Благодаря региональным субсидиям этот долгострой будет достроен». Многодетная мама Татьяна Иваница готовилась к новоселью еще 5 лет назад. Но дом номер 24 на Баррикадной так и не сдан, а компания-застройщик объявила себя банкротом. Женщина признается, получить ключи от своей однушки на 14 этаже уже и не мечтала. Надежду на переезд подарила региональная программа.
Мы, честно говоря, не сдавались. Мы боролись за свои права. Мы всячески пытались обратить на себя внимание на нашу проблему. Проводили акции всевозможные. И благодаря потом 61-му постановлению мы получили такую возможность подать заявку на субсидию, получить субсидию на достройку данного объекта. И вот теперь, в начале ноября, мы получили первый транш денег. Теперь мы можем спокойно достраивать свой дом. Дом в зеленом районе Ростова и прекрасный вид из окна пока только в мечтах и рекламных буклетах. Самая высокая точка города Ростова на Дону. Лицей, школа, детский сад недалеко. Вообще красивое место. Но сейчас пейзажи заполнены строительной техникой и рабочими. Демонтажные работы идут параллельно со строительными. Сегодня мы провели полное обследование и секции А, и секции Б. По результатам обследования вы видите, сейчас идут демонтажные работы. На одном литере два этажа, другой литер три этажа. Демонтируем, потому что здание не было консервировано. И в связи с этим, по итогам, результатам обследования, демонтируем. И параллельно начинаем строительные работы. Вот башенные краны собираем уже. Дождь, снег и палящее солнце несколько лет испытывали на прочность этот недострой. Некоторые элементы не выдержали, их придется убирать или делать заново. Самое главное – безопасность, заверяет застройщик. Мы будем отвечать, и гарантийные обязательства будут по качеству конструкции здания. Поэтому, еще раз повторяюсь, по результатам обследования принято такое решение. На строительство этой многоэтажки в общей сложности потратят более 400 миллионов рублей. Деньги выделит область. Данный объект достраивается в рамках областной меры поддержки, при которой объектом выше, стоимость которых выше 65%, выделяются средства областного бюджета. Для получения субсидии все объекты проходят экспертизу, соответственно, и сметной документации, и технической документации при необходимости. И по виду, и по качеству, и по оснащению этот дом не будет отличаться от объектов, которые сегодня строят в Ростове. На завершение объекта отведено 1,5 года. Но подрядчик надеется, собственники отметят новоселье раньше срока. Пустые окна этого дома, за каждым судьба человека. Конечно, есть минуты отчаяния, и сейчас, конечно, их уже нет. Как бы об этом говорить вообще не хочется, потому что на самом деле мы очень довольны, очень счастливы, можно сказать, потому что мы, во-первых, все-таки добились своего. А вот совет от нашей героини тем, кто оказался в такой же ситуации. Ну, во-первых, нужно изучать законы, изучать постановления областные. Всегда есть выход, его нужно только искать. И, конечно, не опускать руки. В настоящее время ведется строительство 7 многоквартирных домов, в том числе дома, на котором мы сегодня с вами находимся. Дома строятся в городе Ростове, Батайске, Новошахтинске. Предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам на завершение строительства – это только одна из региональных мер поддержки обманутых дольщиков. Помимо этого, по программе масштабных инвестиционных проектов предусмотрено выделение квартир. А еще можно получить компенсацию и средства на достройку от Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Замена водопроводных труб и тепловых сетей, реконструкция и строительство котельных. К холодам регион подготовился основательно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Это старая подвальная котельная, которая осуществляла теплоснабжение данного района, и вместо которой мы построили новую блочно-модульную котельную. На сегодняшний день она уже не действует, так как новая введена в эксплуатацию. Ну и вот что она из себя представляла. Громоздкие котлы, сеть газоходов, технически устаревшее оборудование. Так выглядела котельная, которая больше полувека. Ее работу обеспечивали 4 человек, дежурили круглосуточно. По современным нормам содержать такой сложный коммунальный объект в подвале многоквартирного дома небезопасно. Поэтому идет активная работа по выносу котельных. Данная котельная была по этому графику к выносу в 2022 году в соответствии со схемой теплоснабжения города Ростова-на-Дону. Значит, ну так как было много жалоб жителей, значит, мы изыскали возможность и в этом году построили и пустили уже
новую совершенно блочно-модульную котельную. Она гораздо компактнее разместилась во дворе многоэтажки на Ленина. Новая котельная более экономичная, полностью автоматизированная и по мощности в два раза превосходит старую. Обеспечивает теплом 21 многоквартирный дом и поликлинику. Персонал здесь не требуется. За все отвечает умная техника. Если обнаруживает какую-то ошибку, передают сигнал на диспетчерский пункт. Теперь вероятность аварийных ситуаций гораздо ниже. Так что неприятных сюрпризов в отопительный сезон не ждут. Кстати, он уже в самом разгаре во всех городах и районах области. К зиме регион готовится основательно, отмечают в МинЖКХ. Выполнена замена водопроводных и тепловых сетей. Также выполнен разнообразный ремонт, различный ремонт на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в рамках государственной программы Ростовской области обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области выполнена реконструкция двух котельных в Шолоховском районе, хутор Калининский, и в Веселовском районе, поселок Веселый. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. По всем вопросам жителям готовы ответить в круглосуточной диспетчерской службе МинЖКХ. Капремонт в кредит. Под какой процент? Применение энергосберегающего и погодозависимого оборудования. Предварительные итоги капитального ремонта в многоквартирных домах региона в 2020 году подвел заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. В 2020 году запланирован капремонт более 2000 домов, в некоторых замены систем газоснабжения. По итогам третьего квартала завершены работы на 708 домах на общую сумму 3 миллиарда рублей. Инженерная инфраструктура, ремонт фасадов. Но среди жителей области два самых востребованных направления капремонта – это замена лифтового оборудования и кровли. Кровля должна быть всегда в полном порядке. И уже начиная с реализации региональной программы, мы сделали капитальный ремонт более 1500 кровель на территории Ростовской области. И эту работу мы активно, в том числе и в этом году, продолжаем. Капремонт в кредит при поддержке фонда реформирования ЖКХ. Такой услугой уже воспользовались жильцы 12 многоквартирных домов в 5 городских округах Ростовской области. А банк, участвующий в программе, снизил процентную ставку с 11 до 9%. Дает жителям спецсчетов не копить эти суммы несколько лет на капитальный ремонт какой-либо либо инженерной инфраструктуры, либо других каких-то направлений, которые четко фиксированы жилищным кодексом Российской Федерации. В ходе капитального ремонта в нашем регионе активно применяют энергосберегающие технологии. Диодные лампы – это не новость. Мы применяем эту технологию уже на территории Ростовской области. Реле отключения, включения света никто тоже не отменял, тоже активно используем. Еще хочу обратить внимание, как лифтовое оборудование со специальной автоматикой, которая за счет плавности движения лифтовой кабины также позволяет экономить до 30-35% электроэнергии. После применения утепляющих элементов, погодозависимой автоматики, регулируемого режима отопления в домах, экономия тепла составит 30-35%. Это все, о чем сегодня мы хотели вам рассказать. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях и становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи!